В Казахстане начинают блокировать счета тем, кто должен был, но не сдал декларацию. Речь идет о юридических лицах, предпринимателях и их супругах. Всеобщее декларирование началось еще в 2021 году. Тогда информацию о доходах и собственности сдавали госслужащие. Следом сотрудники квазигоссектора и бюджетники. В этом году очередь дошла до юрлиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. А таких в стране больше 2 миллионов человек. При этом сдали декларацию в срок, то есть до 16 сентября, далеко не всем. По данным Комитета государственных доходов, больше 280 тысяч человек проигнорировали это требование. Но блокировать их счета сразу не стали. Для начала отправили уведомление о том, что декларацию все-таки придется сдать. Впрочем, некоторые не отреагировали и на это предупреждение. Срок исполнения 30 рабочих дней, но 30 рабочих дней – это почти 1,5 месяца. Мы ждем, когда люди проявят свою сознательность и представят декларацию. Но наши граждане некоторые, да, не проявляют ответственность, да, не представляют декларацию, поэтому, естественно, здесь будет автоматически срабатывать и будет сразу закрываться счета. Тут зависит от того, кому какого числа выставлено уведомление. У кого-то закончится оно завтра.